ЦИК Молдовы объявил, что с 10 декабря наша страна вступит в предвыборный период. Для этого орган займется корректировкой своей нормативной базы, начнет информировать граждан о выборах 24 февраля 2019 года и обучит персонал избирательных участков. В то же время подчеркивается, что политические партии имеют право принимать пожертвования только непосредственно на счет предвыборного фонда, а агитация запрещена. Старт приема документов для кандидатов для участия в предвыборной гонке будет дан 26 декабря. Избирательная кампания официально стартует 25 января, за месяц до выборов, и до 31 января будет опубликован полный список кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в предвыборной гонке.